Итак, ребята, всем привет, с вами снова я, Лиза Шубина, и сегодня я буду вам рассказывать про мою фотосессию, которая проходила с моим фотографом Ириной, очень классная девчонка, и фотосессия, в принципе, прошла тоже очень классно. Мы были на достаточно крутой студии, там было, ну, не сильно много и немало локаций, вот, мы выбрали вот одну из, достаточно красиво, нам очень понравилось, и... В нашем стиле, в наших образах было все великолепно. Это все гармонично смотрело, все было, короче, замечательно. Я была в боди. Боди я покупала в Love Republic. Примерять его не буду, потому что, ну, дальше вы так насмотритесь его на мне там в фотосессии. Так что, да, боди я брала по акции где-то за 4900. Короче, около 5 он стоил. Это еще было... Где-то начало осени, по-моему, когда сейчас уже осень заканчивается. Вот, но боди очень классный, я в нем в школу хожу, и на мероприятия какие-то, некоторые вот фотосессии. Короче, очень классный, многофункциональный, так сказать. Мне очень нравится то, что у него тут вот идет вокруг пальчика, так сказать, рукав. Вот, и это очень все классно смотрится, оно просто офигенное, короче, мне прям очень нравится. Но по качеству, естественно, оно очень классное, потому что как-никак это не какой-нибудь... Gloria Jeans, Love Republic, как-никак, вот. А, так что, если что, там ищите на сайтах, заказывайте. Просто обычную черную боди с рукавом. Привет!
Вот, а вы сами напишите в комментариях, понравилось вам мое боди, моя фотосессия или нет. Вот, а так просматривайте мою фотосессию, оценивайте все, как вам, что вы там. А также не забывайте подписываться на мои другие соцсети. Это Boosty канал, на котором входят разные фотки, кусочки с фотосессии и многое другое. Instagram канал, где я выкладываю публикации с фотосессии, да и не только. Поздравляю вас с праздниками, еще какую-то новую информацию для вас, выставляю сторисы и многое другое. И телеграм-канал в кружочках, я там рассказываю, где я нахожусь, что я делаю, что вообще происходит, что за движуха вокруг меня, какая погода, какое у меня настроение и тому подобное. Так что буду вас везде ждать, а на этом у меня все, так что всех люблю и всем пока!